Всех приветствую! В этом видео я покажу, как приготовить простую подкормку для повышения урожайности огурцов. Данная подкормка повысит иммунитет культуры, улучшит завязываемость, снизит опадание завязей, увеличит количество плодов и ускорит их рост. Подкормка даст огурцам калий, фосфор, кальций, магний, железо, бор и многие другие микроэлементы. Для приготовления удобрения нам понадобится древесная зола. Древесная зола должна быть свежей, либо та, которая хранилась в сухом месте. Если зола у вас лежала на земле и прошел дождь, такую золу не используйте. На 10-литровое ведро воды берем 1-литровую банку золы. Раствор хорошо размешиваем, после чего добавляем столовый уксус. Уксус мы добавляем для повышения эффективности данной подкормки, для улучшения усвоения питательных веществ, которые есть в золе. Добавляем пол-литра уксуса 9%. Далее раствор настаиваем примерно час, после чего раствор взбалтываем и разводим 1 литр в 5 литрах воды. И поливаем под корень по пол-литра под каждый куст по влажной земле. Если вы используете зольную подкормку, чередуйте ее раз в 2 недели с удобрениями, содержащими также азот, так как огурцам нужен азот на протяжении всего периода вегетации. Спасибо за интерес к данному видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.